весьма заслуженное название «Шкура носорога». Знаете, я даже не могла представить, что хоста может иметь такой плотный лист. Растет она, знаете, как растет она, почти не растет она. Но как сорт я о нем мечтала. Я его нашла третий год. Третий год, одна зеленка, но она такая красивая, мощная. Посмотрите, какой интересный окрас, при этом плотнейший лист. Потом она немножечко его поднимет и как бы начнет формировать кустик. Но сейчас, в данный момент, даже не знаю, пока с какого ракурса вам показать ее цвет. Смотрите, вот она, вот такая вот она. И листики у нее... как, знаете, сердечко капелькой, да, затянуто куда-то в сторону. Желкование у нее практически вот оно еле-еле уловимое, при этом при ее жесткости мне казалось, что такое должно быть, знаете, жесткое-жесткое. Нет, она имеет такой плотнейший лист и совершенно вот он гладенький такой. Знаете, такой бархат, плотный бархат. Вот такой вот красивый сорт, очень медленно растущий. Но, слава богу, в моей коллекции он есть и занимает такой в моей душе, да, не последнее место. Вот так вот красиво выглядит.